Полет все-таки будет в обнове 5.2. Как и новое племя цветочного пера, мы сможем брать под управление кукузавров и полноценно летать по Натлану. Только сами кукузавры обитают далеко от племени, поэтому его жители используют свистки для их призыва. Скорее всего, и у нас будет такая возможность. А значит, бегать в поисках очередного кукузавра не надо. Можно будет использовать предмет и призвать его в любой точке Натлана. И, конечно же, Часка, как один из обитателей племени цветочного пера, тоже может летать верхом на своей огромной волыне. По-моему, она будет лучшим персонажем для открытого мира, и не только в Натлане. Будь я новичком, точно бы ее выкрутил, как минимум для сбора окулов. Сюжетку на стриме разрабы особо не спойлерили, капитана там точно будет, а большего нам и не надо. Второе новое племя – повелители ночного ветра, со своими заврианами – иктомизавры, пушистые летучие мышки с особым зрением, улучшенной версией чутья путешественника. И, конечно же, будет куча головоломок с невидимыми приколдесами, которые без иктомизавра пройти нельзя, если у вас, конечно же, не будет Арарона. Как и Ситлали, он тоже из племени повелителей ночного ветра, а значит, ему доступно все то, что могут иктомизавры: видеть сокрытое, создавать предметы из граффити, высоко прыгать и парить. Играть он будет в гидроэлектросоставах. Не зря же разрабы бафнут в обнове 5.2 реакцию заряжен. Глянем на него подробно уже на релизе. Выйдет он, как и Часка, в первой половине обновы 20 ноября в 6 утра по МСК. Ариран получил Лини, во второй половине будет Джун Ли с Невилетом. Разрабы явно хотят вытрясти из нас как можно больше примагемов перед баннером Мавуики. Ну хоть Арлекина не поставили с Чаской, уже хорошо. Блин, но тогда ее могут кинуть вместе с Мавуикой, что плохо, очень плохо. Я, как обычно, спать не буду и подрублю стрим на старте обновы 20 ноября в 6 утра. Главное, чтоб круток хватило, хотя бы на Арарона. Заодно заценим новую локацию. Запретная зона с высоким уровнем загрязнения бездной. И название соответствует. Очканатлан. Это не Рофл. Новая область реально так называется. Но хоть не вилка ее чистить. Нам выдадут в помощники нового покемона, который поможет нам зачистить Очканатлан от бездны. Новый босс, который нужен для прокачки Часки, будет в этой локации. Вероятно, для его разблокировки придется проходить какие-то квесты. Да и сам босс непростой, постоянно меняет форму, превращаясь в разных боссов. И обладает барьером, который нужно вскрывать уроном с характеристикой ночного духа, то есть только персонажами Натлана. Короче, нас ждет веселая бездна, когда этого босса туда добавят. По наградам с ивентов будет халявный одноручный мечик. Потом глянем все новые оружия обновы 5.2 в отдельном видосе. Залетай в телегу по ссылке в описании, чтобы не пропустить. И остальную часть стрима рассказывали о изменениях, которые уже показали в недавних беседах с разработчиками. Небольшие правки интерфейса театра и возможность сразу перейти на следующий акт без выхода в комнату. Ускорение анимации крафта, что очень круто для тех, кто много крафтит. Возможность покупать дерево в чайнике при условии, что вы хотя бы раз добывали его в открытом мире. Также ускорили перезарядку приблуды, собирающей деревья. Расширили функционал меню артефактов и добавили автоматическую блокировку по заданным параметрам. И как по мне, самое главное, компас сокровищ начнет отображать непройденные испытания и фей. Вот этого прям реально не хватало. Вроде бы я ничего не пропустил. Стрим снова был коротким, с двумя ноунейм ведущими. После просмотра кажется, будто бы толком ничего и не добавили. Но контента в обнове будет дофига. Но халявную луну за прошлый ролик про новый театр получает Blue Shadow. Чтобы принять участие в раздаче, пишем в комментарии свой ит из игры. И в следующем видосе мы узнаем, кто луну забрал. Ну а где я покупаю луну, вы все прекрасно знаете. На Genshin Drop, конечно же. Больше года стабильной работы, вопреки всем налетевшим на сайт хейтерам. Вводишь свой ит из игры, оплачиваешь и получаешь гемы. Все просто и никакого скама. А еще там тоже постоянно проводят халявные раздачи. Заходи и участвуй по ссылке в описании. Покеда! お前はもう